Друзья, всем привет! Сегодня хочу поделиться с вами, как я готовлю овсяный блин. Это отличный вариант на завтрак, перекус или на десерт. В миске смешиваем 4 столовые ложки овсяных хлопьев. Я беру овсяные хлопья цельнозерновые и биологически чистые. Смешиваем с 5 столовыми ложками молока. Сразу добавлю сюда щепотку соли. Я даже добавлю еще 1 столовую ложечку молока. Овсяные хлопья перемешаем и пока отставим. Затем 1 спелый банан. Банан у меня весом 170 грамм. Очищаем и разминаем вилкой до состояния пюре. Овсяные хлопья у меня хорошо уже набухли и добавляю сюда размятый банан. Добавляю 1 яйцо и 1 столовую ложку меда. Сладости добавляйте по вкусу, вместо меда можно добавить сахар или какой-нибудь подсластитель, либо сироп, например, кленовый. Можно вообще ничего не добавлять, банан тоже добавляет достаточно сладости. И также можно добавить различные добавки. У меня это 1 чайная ложка семян чиа и 1 чайная ложка семян льна. Можно добавить любые орешки, изюм. И все еще раз хорошо перемешиваем. Вот такое по консистенции получается плюс-минус тесто. Обратите внимание. И теперь идем к плите жарить наш овсяный блин. Сковороду смазываем небольшим количеством растительного масла и выливаем на нее подготовленное тесто. Все равномерно распределяем. Плотно накрываем сковороду крышкой и обжариваем овсяный блин. В конце я вам скажу, я это делаю обычно на глаз, нужно, чтобы он схватился сверху. Все это делаем на очень маленьком огне. Когда блинчик немножко схватился, вот смотрите, я трогаю, уже палец не проваливается. Аккуратно переворачиваем его на другую сторону. Я переворачиваю с помощью тарелки. И обжариваем с другой стороны буквально 1 минутку. И наш прекрасный завтрак готов. И сверху овсяный блин дополняю мягким творогом. Можно полить любым соусом, например, каким-нибудь фруктовым, медом. И сверху выкладываю ломтики бананов и клубнику. Ну и давайте сразу попробуем. И вот так выглядит овсяный блин в разрезе. Он у меня получился не сухой. Получается очень-очень вкусно, полезно, красиво. И самое главное, что все готовится из доступных продуктов и очень быстро. Всем желаю приятного аппетита. Готовьте с удовольствием. Всего вам доброго и до новых встреч. Пока-пока.